Re, viss ēters ir te! В Риге завершился международный фестиваль «Кубана». На сцене выступили около 30 музыкальных коллективов. Звучала не только альтернативная музыка, но и всеми любимая, такая знакомая «Чито Грита». В исполнении Вахтанга Кикабидзе. Известный грузинский певец, киноактер дал моей коллеге Галине Солодовник эксклюзивное интервью. Вахтанг Кикабидзе приехал после большого перерыва. Говорит, город стал намного красивее, хотя и в советское время здесь чувствовалась Европа. Сразу вспомнилась мне куртка одна. Я не знаю, сейчас вы молодежь знаете ли, тогда в то время, когда мы ездили, самые интересные шмотки продавались в Риге. Были комиссионные магазины, видно, привозили, завозили, увозили порт. Я вспомнил. Потом вспомнил Раймунда Паульса, с которым мы вдвоем выпили 5 бутылок черного бальзама. Без ничего просто. И каждые 10 минут скорая помощь приезжала. Нам очень плохо было потом. Правда, в этот приезд со своим старинным другом не встретился. Говорит, неудобно беспокоить. Вспомнил киноактеры съемки фильма, которые проходили в Риге. «Я следователь», где он играл главную роль. Снимался в нем с латышскими актрисами Ингридой Андрине и Вией Артмане. Признается, чуть не погубил великую актрису, когда учился водить машину. Меня занесло, я никуда повернул, прямо летим на огромные деревья. Все, я уже думаю, все, шабаш, я на погибнет. Я остановился притык, вот где-то сантиметров 20, наверное, от другого огромного, то большого дерева. Не врезали, ну, Бог не дал, наверное. В свои 78 лет певец активно гастролирует, говорит, отдыхать не умеет. Но когда есть свободное время, с удовольствием рыбачит и нячится со своей правнучкой. Когда мы делали эту пластинку, я ему сказал, оденьте, я говорю, белый костюм, зачем, чтобы я расписываться Галина Солодовник, Марис Юргенсенс, Латвийское телевидение.